Прием населения – возможность оказывать адресную помощь жителям. Уверен депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Денис Майданов. Парламентарий провел очередной прием граждан в Одинцовском отделении партии на Можайском шоссе. Среди многочисленных обращений – вопрос о начислении пенсии. Любовь Юрьевна переехала в Московскую область из другого региона. Большую часть трудового стажа ей не засчитали, так как документы были утеряны. После попыток самостоятельно решить проблему пришла к депутату. Потерялись ваши справки о стаже? Да. Оригиналы? Да, и они сказали, надо опять запрос делать. То есть если вы сами принесете нам еще раз справки, это не действительно. То есть мы официальный запрос должны делать. Денис Майданов отметил, что необходимо подготовить обращение в пенсионный фонд. Дополнительную помощь окажет Управление социального развития округа в виде льготы для пенсионерки. По итогам приема каждое обращение жителей депутат принял в работу, сразу наметив план действий. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».